Контроль качества дорог в Казахстане выходит на новый уровень. Накануне Казавтожол запустил проект «Народный контроль». Теперь каждый казахстанец сможет лично проверить ход дорожного строительства. К слову, проект будет действовать на постоянной основе, а качество материалов намерены проверять ученые. Ольга Литвина с подробностями. Состояние дорог давно вызывает у актюбинцев бурю эмоций, чего стоит трасса Актобе-Хромтау-Карабутак. Чтобы проехать чуть больше 200 километров, нужно потратить целый день, сокрушается водитель Асхат Бектемисов. Мужчина работает на грузовике и часто ездит в этом направлении. Дорога уже давно превратилась в полосу препятствий, рассказывает Асхат. Невозможно ехать, ямы, выбоины, все мешает. Только это препятствует. Это еще не только препятствует движению, это создает аварийные ситуации на дорогах. Я хочу проверить качество работы и какие вообще работы проводятся на данный момент, вот именно сегодня. И уже делать из этого выводы, какие материалы используются, техника какая используется. Проект «Народный контроль» был запущен накануне. Его цель – дать возможность каждому желающему лично проверить ход строительства дорог. В первый же день на участие в проекте по Актюбинской области поступило 3 заявки. И все они касались трассы Актобе-Хромтау. В этом году ее начнут капитально ремонтировать впервые за 18 лет после строительства. От Актюбе до поселка Олгайсен протяженность 262 километра подлежит реконструкции. Производится разработка проектно-сметной документации. Разделен на 7 участков. Согласно экспертизе, заключению госэкспертизы, рассчитан срок строительства 34 месяца, это не считая зимнего периода. Качество дорожно-строительных материалов намерены контролировать ученые. Накануне специалисты КазДорНИИ проинспектировали карьеры по добыче щебня, а также направили образцы материалов в лабораторию. На самом деле качество щебня это является одним из факторов, так как у нас щебень является материалом, который присутствует практически во всех слоях дорожной одежды. Чего нельзя сказать, допустим, о других материалах. Поэтому от качества материалов изначально, от качества дробления до качества его применения зависит качество дороги в целом. По данным специалистов КазДорНИИ, в Актюбинской области насчитывается 86 щебеночных карьеров. После инспекции лабораторных исследований материалов все карьеры будут внесены в единую карту. Там же будет содержаться вся информация о производителе и качестве материалов. По словам ученых, с помощью этой карты подрядчики смогут найти добросовестных поставщиков. Ольга Литвина, Нуркен Жалмухан, Астана Таймс, Актобе.